Добрый день. Меня зовут Олег Кисленко. Я офицер запаса. Мне 56 лет. Это отзыв на первый модуль. Ну, наконец-то соизволил записать. Тут уже пора на второй модуль скоро отправлять. Ну, как, сначала отвлекли, потом не было времени, потом просто забыл. Почему решил записаться в школу коучинга? Ну, для начала свои внутренние конфликты зачистить, ну, а потом уже другим помогать. Участвую по тарифу Platinum. Результаты, да, практически все в жизни поменялось. Вот вернулся домой, круг общения изменил практически полностью. С мамой отношения улучшились, ну, конечно, не идеальные, но над этим работаем. Практически убрал чувство вины, естественно, и внутренний критик замолчал. Но болтун, правда, еще остался. Ну, на многие ситуации по-другому стал реагировать вообще. Как-то какое-то понимание появилось. И вообще изменилось отношение к жизни. Понравилось, да все понравилось. И сам процесс, как проходит процесс обучения. У каждого своя скорость, никто никого не дергает, все помогает. Очень нравится обучение. Ценные фишки, ну, это то, что, во-первых, обязательно нужно вернуть любовь к себе. Это очень важно. Без этого никуда. Потом, вот что я еще заметил, что нужно исцелить внутреннего ребенка. Потому что дальше движение не получается. Еще что мне очень понравилось, то, что я понял, что с помощью метода можно поменять детские решения, которые мы когда-то приняли в детстве и которые нам сейчас мешают жить. Вот с помощью этого метода легко меняются. Какие изменения? Да все изменилось. Я же полностью жизнь изменилась. Как я уже говорил, я переехал, вернулся наконец-то домой на родину. И круг общения поменялся. Ну и какое-то вот понимание приходит. Какой эффект от персональных? Ну, с Павлом Колесом у меня не было персональных сессий, к сожалению. А с ассистентами прекрасно. Вот, мне очень нравится. Какой эффект, когда с вами работали паре другие. Да, то же самое. Ребята, в принципе, каждая сессия проходит очень интересно. У кого-то одно что-то лучше получается, у кого-то что-то другое. И так, обмениваемся сессиями. Не знаю, мне нравится. Сколько внутренних конфликтов, пока не знаю. Какие-то убираются, какие-то наоборот еще больше раскапываются. Так что пока не считал, сколько конфликтов отработал. Почему именно эту программу выбрал? Ну, я долго выбирал, честно. Сначала пришло, как Павел говорил в каком-то уроке, как приходит клиент с целью доказать, что это тоже не сработает. Вот у меня вначале было такое же. Сначала я просто прослушал там бесплатные материалы, потом там начал покупать что-то, не помню, какие-то дешевые тренинги. Я все ждал, когда ж вот как должен закрыться этот сайт, должно ж не сработать, вот показать. Ну а потом потихонечку втянулся и так пришел к тому, что мне необходимо пройти эту школу. Что порекомендовать? Мне нравится. Мои друзья уже знают, что я здесь учусь. Знаю, что легко и просто меняются негативные установки. Ну, какая-то уверенность приходит, что практически весь этот негатив можно отработать. Что можно сделать лучше? Ну, не знаю, лично мое мнение, вот мне кажется, что первые личные коуч-сессии нужно проводить под присмотром более опытных коллег. Вот
Я по себе сужу. Первую сессию откладывал. Я то синдром отличника включался, то там решал сначала свои конфликты зачищу. Ну, не знаю, честно, какое-то было волнение. А потом, когда начал проводить, уже как-то легко и просто. По окупаемости пока сказать ничего не могу. Потому что пока работаем по взаимообмену. Ну, дальше, я думаю, все это дело окупится. Ну вот, зафиналил первый модуль. Мне понравилось. Буду двигаться дальше. Всего доброго.